180% декады нормы опадков выпало у Кировску. Как поведомляют у облгидрометеоцентры, это наибольший показчик в области. Мощный дождь зафиксирован так само и у Славгородским и Мстиславским районах, где за несколько годин выпала декада норма опадков. У целом, означают синоптики, дожди прошли повсюдно. Правда, опадки были разной интенсивности. Об этом свечат и видео, яким делятся жыхары в области у социальных сетках. Так, у Могилеве и Бобруйску шмат где ливневки не справлялись с мощным потоком воды. В областном центре стихия навык потушила вечный огонь. По прогнозу синоптиков, у опошний день червеня на территории Могилеушины снова вертается спякота. У четверг чекается до 30 градусов тепла, а ось опадки прогнозуются местами.